Алло, здравствуйте, Андрей. Да, здравствуйте. Андрей, это компания Геродез. Меня зовут Виктория. Центр дезинфекции и дератизации. Скажите, пожалуйста, у вас есть пару минут вашего времени, чтобы мы могли с вами пообщаться? Да, давайте. Ага. Скажите, пожалуйста, Андрей, вот мы делали обработку вам месяц июнь 1 числа. Двухкомнатная квартира, насекомые беспокоили тараканы. Расскажите, на сегодняшний день как у вас дела? Исчезли насекомые, все в порядке? Ну, так-то еще и присутствуют периодически. Угу. Вы помните, да, что у вас есть право, Андрей, на еще одну обработку гарантийную, она бесплатная, действие ее год, и один раз вы можете ей воспользоваться. Да, помним. Угу. Ну, вы почему-то нам не перезвонили, вы пока не можете сделать обработку? Нет, мы надеемся, что не понадобится, но что-то пока не бывает, уходит. Угу, бывает, смотрите, Андрей. Бывает на месяц, да, то есть глухо, угу. Потом опять появляешься. Возможно, у вас насекомые приходят, откуда-то мигрируют, может, из соседних квартир. У нас нет, тут просто магазин внизу, есть возможность. А скажите, Андрей, магазин продуктовый? Продовольственный? Да, магнит. Угу, понятно все. Ну, скорее всего, да, 100%, конечно, ни вы, ни я утверждать не можем, можем только рассуждать на эту тему. Ну, такая вероятность... Ну, понятно, вероятность такая высокая. Хорошо, Андрей, я поняла, услышала. Скажите, вы когда обратились в нашу компанию, доступно? Наш оператор объяснил вам информацию, как вести себя до начала мероприятий, после начала обработки? Да, конечно. Был вежлив с вами при общении? Да, да, да. Наш дезинфектор, когда к вам приехал, также скажите, все было в порядке? Да, все объяснил, да, все очень хорошо, практично. То есть все как бы вас устроило и все для вас было понятно. Да. Угу. Так, еще хотела спросить у вас, скажите, пожалуйста, вот по десятибальной шкале, какую бы вы нам поставили оценку? То есть для нас это очень-очень важно, или может у вас есть какие-то для нас советы или замечания, чтобы мы что-то исправили или поправили, или дополнили в своей работе? Да нет, десятку бы поставил, все нормально было. Просто это уж не от вас зависит, то, что не уходят. Ну да, мы как бы пытаемся помочь, поэтому я и вот по времени смотрю, Андрей, что вот прошло уже вот такое количество времени, как бы вы не обращаетесь, думаю, я узнаю, как у вас там происходят дела. Хорошо, Андрей, я поняла, тогда давайте мы вот таким образом договоримся, в случае, если вдруг проблема дальше не исчезает, ну понятно, что, видимо, она периодически будет у вас случаться. Мы еще можем вам предоставить обработку бесплатно, это 100% однозначно, и по первому вашему требованию мы приедем. Но еще я могу предложить как вариант, учитывая вот все нюансы, да, и все условия, с которыми приходится вам мириться и жить, это вот наличие магазина рядом и так далее, вы можете приобрести у нас препарат. Препарат называется, у нас Конфидант, есть очень неплохой препарат, 950 миллилитров, вот 950 рублей, 50 миллилитров стоимость составляет, прошу прощения. Обработать хватит где-то, если полностью развести, 120 квадратных метров, но это, естественно, делать не нужно. Я вам предлагаю, если что, его приобрести, чтобы вы знали, что вы можете это сделать в нашей компании, и проводить обработку для профилактики. То есть основное место обитания насекомых, получается, тараканов, это в основном санузел, кухня, ванна, коридор, то есть вот эти. И поэтому как бы раз в месяц вы можете самостоятельно обрабатывать плинтус по периметру верхнему, нижнему, дверной оконный проем, вокруг розеток, системы вентиляции именно вот для барьерной защиты. То есть вы это можете делать самостоятельно. Поэтому хорошо. Подумайте, если вам понадобится такая помощь и препарат, мы можем. Ну и по поводу обработки, как будет удобно, если уже ситуация начнет как бы выходить из ряда вон выходящих, да, уже, вы сразу же звоните нам. Тогда мы сразу приедем. И последний тогда у меня к вам вопрос, Андрей, скажите, в целях информации для других наших клиентов, скажите, мы можем наш диалог с вами, чтобы он был на нашем сайте выложен? В аудиоформате, что ли? Да.
Не видео, а аудио. Просто формат для... Также и вы можете заходить, другие какие-то отзывы смотреть. Также можете посмотреть и послушать проблемы у других людей. Также тараканы, они чем-то делятся, что-то рассказывают. Ну, как бы вот это чисто для обмена информации, для того, чтобы как бы дополнить. Кроме того, что там Андрей напишет, ничего больше не будет. Спасибо огромное вам, Андрей, тогда, что уделили мне время, ну и в целом, что пообщались. Вам удачи. Надеюсь, что все будет в порядке у вас. Но если что, вы звоните. Мы сразу же приедем. Всего доброго. До свидания.